12 марта в Риге чествовали лауреатов конкурса «Латвийская премия строительства 2020 года». Имя Даугавпилса в почетном списке победителей прозвучало неоднократно. Призовые места в различных номинациях, поборов жесткую конкуренцию, заняли сразу три наших объекта. Миссия конкурса «Латвийская премия строительства» – популяризировать безопасные, инновационные, высококачественные эстетические здания и сооружения, построенные на территории Латвийской Республики и за ее пределами. В общей сложности в 10 разных номинациях в этом году было заявлено 140 зданий и строений из Риги, Даугавпилса, Лепа и Венспилса, Кулдеги, Елгави, Сигулды и многих других городов. Заявленные на конкурс работы оценивало жюри, в состав которого входили известные в Латвии архитекторы, специалисты по культурному наследию, строительные эксперты и специалисты по климатическим технологиям. Даугавпилс выдвигал в разных номинациях 6 объектов. Специалисты Департамента городского планирования и строительства отмечают, что это исключительный случай в истории города, когда для участия в престижном конкурсе есть возможность выдвинуть сразу так много значимых проектов. Много лет подряд у нас были различные строительные объекты, но зачастую они были не столь значительны, чтобы можно было стартовать на конкурсах. А прошлый 2020 год для нас стал действительно очень богат на масштабные стройки. Мы гордимся объектами, появившимися в нашем городе. И на этот раз целых 6 из них направили на конкурс. В итоге получили 3 награды, и имя Даугавпилса гордо прозвучало на всю страну. Это гордость и для нас, как для заказчиков, и для проектировщиков, и для строителей. Такое признание уважаемых экспертов отрасли мотивирует к новым свершениям. В номинации «Новое общественное здание» почетного второго места удостоился комплекс средней школы дизайна и искусств «Сал-Искола», который, по мнению экспертов конкурсной комиссии, достоин стать новой визитной карточкой Даугавпилса. Высокой похвалы удостоились как архитектурные решения, так и внутреннее оформление помещений, где использовались креативные идеи выпускников учебного заведения, а также функциональность двора и многое другое. Первое место в номинации «Новое инженерное сооружение» занял двухуровневый путепровод на улице Смилтонес. Члены оценочной комиссии пожелали городу успешно продолжить этот проект, чтобы создать еще более удобные и безопасные возможности передвижения для автомобилистов и пешеходов Даугавпилса. В свою очередь, променад в новых стропах и благоустроенная пляжная зона одержали победу в номинации «Благоустройство территории». Это излюбленное даугавпилчанами место, которое прекрасно подходит для прогулок и отдыха в любое время года. Представители Рижской конкурсной комиссии по уровню комфорта, благоустройства и атмосфере сравнили его с Юрмалой, отметив, что оно имеет огромное социальное значение, так как учтены потребности разных категорий населения и для реализации идей использованы продуманные и качественные долговечные решения. Это не единственный конкурс сферы строительства, в котором в этом году принимает участие Даугавпилс. Наши объекты оцениваются в рамках еще одного престижного конкурса смотра, результаты которого будут объявлены в конце марта. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.